пятница 13-е, 2011 год. Татьяна, Яна и Светлана. Так можно назвать это сияющее трио в лице шикарных женщин, не отрывающих своих взглядов от модного глянца. Интриги, скандал, расследования. И, кстати, хочу заметить, это не стереотип. И это не просто глянец. Это журнал с именинницей на обложке. Между прочим. Так вот. Так, продолжаем. Контрабас и контрабандный угорь. Свежий. Не очень. Официанты и чаевые на чай. В прямом смысле этого слова. Примерно таким был вечер встречи 13 мая 2011 года. А, да, кстати, были еще куры. Реальные куры рядом ехали в машине, которая нас сопровождала прямо вот по набережной Ленина. И мне кажется, что это очень знаково. Я наберу в легкие гелия из воздушного шарика. Это знаково. Это знаково. Это знаково. Для вас работал Владимир Мирный. Любите друг друга. Плачь, детка.